Сегодня к нам приехала новая приточно-вытяжная установочка. Это немецкий Вайланд. Правда, делается на заводе на немецко-китайском заводе в Китае. Завод Вайланда есть в Китае. И производит там такую запрещенную для ввоза в Россию технику. Вот такой большой пульт есть. Вот такой упрощенный маленький. Датчики CO2, PM2,5 и прочего вещей. И это приточно-вытяжная машина с соответствующими входами-выходами. Обратный клапан. Заслоночка пластиковая с приводом. Фильтрация H12, G4. Рекуператор и еще один фильтр.